Из Нового Завета Библии мы знаем о четырех Евангелиях. Археологи и историки же говорят, что их гораздо больше. И все они были спрятаны или запрещены ранней церковью. О чем говорят утраченные и не так давно найденные писания? И почему на протяжении веков они были под запретом церкви? Давайте попробуем вместе, с помощью современных находок и технологий, разгадать загадки утраченных Евангелий. Библия – это священное писание для миллионов верующих, полный интриг, загадок и чудес. А современные исследования позволяют предположить, что все эти загадки и чудеса основываются на реальных фактах. Итак, в 1886 году французские археологи на одном из христианских кладбищ в Верхнем Египте нашли один артефакт. Но все бы было ничего, если бы эта находка не потрясла до основания всю историю христианства. Раскопанная могила была последним пристанищем монаха 8 века. Но самой ценной находкой было то, что монах унес с собой в эту могилу. Те, кто хоронил монаха, положили вместе с ним небольшой свиток. Наверное, для того, чтобы в загробной жизни он мог читать одну из своих любимых книг. Там, в этом свитке, кроме Евангелия от Матфея, Марка, Луки и Иоанна, оказалось одно Евангелие – Евангелие от Петра. Выходит, что это Евангелие было написано свидетелем жизни Иисуса, ведь текст говорил о том, что оно написано апостолом Петром. Почти 2000 лет христиане знали о жизни Христа только лишь то, что написано на страницах четырех канонических Евангелий – от Матфея, Марка, Луки и Иоанна. Но возможно ли то, что найденное французскими археологами повествование о жизни Христа написано собственноручно главой апостолов Симоном, именуемым Петром? Эта находка словно цунами обрушилась на библейских ученых. И эти волны одна за другой накатывались по мере того, как раскапывались все новые и новые утраченные Евангелия. Евангелие от Фомы, Евангелие от Марии Магдалины и даже Евангелие от Иуды. Открытие этих считавшихся утраченных Евангелий вскрыло ныне забытую, но некогда очень бурную битву. Битву за души христиан. В те далекие времена, с одной стороны, была одна набожная группа, призывающая к прямому общению с Богом со своим набором Евангелий. А с другой стороны, была набирающая силу иерархия ортодоксального христианства, которая принимала на веру только четыре Евангелия. Результат же этой ожесточенной битвы и определил будущее христианства. Стоит учитывать и то, что в начале становления христианства Евангелий не существовало вовсе. В те далекие времена, на заре христианства, просто не было Нового Завета. Христианство же образовалось примерно в 30-е годы нашей эры, когда одна группа уверовала в учение Иисуса из Назарета. В те далекие времена седой древности истории рассказывались из уст в уста. Точно так же было и в начале учения Иисуса. Вокруг него собирались бедные, маргинальные люди, не умеющие ни читать, ни писать. А посему им ничего не оставалось, как рассказывать истории о том, что говорил Иисус, добавляя что-то свое, а о чем-то забывая упомянуть вовсе. Наверное, они говорили примерно так. «Вы знаете, что говорил Иисус, когда мы видели Его? Вы были с Ним, когда Он шел по дороге? Вы помните, что Он говорил? Я, например, слышал вот что. А что вы слышали?» В течение десятилетий история жизни Христа в письменном виде не было вовсе. Таким образом, возможно, что к 200 году нашей эры уже было не 4 Евангелия, а примерно 50. Среди них были Евангелия от Филиппа, Евангелие евреев и Откровение Петра. Древние летописцы упоминают некоторые из этих книг. Но до недавнего времени все эти Евангелия считались утраченными. Что с ними случилось? Почему у нас сегодня только 4 Евангелия? Ответ же на этот вопрос может дать скорее политика, нежели вера. Библия не появилась вот так сама собой. Она не свалилась к нам с неба. Ее составили христианские богословы, каждый из которых представлял свое видение и понимание того, какой должна быть эта книга.
Но самое удивительное то, что на самом деле известный нам текст христианской Библии появился лишь спустя 300 лет после смерти Иисуса. Человек, который определил, каким должно быть содержание христианской Библии, исходил из политических соображений, но никак не религиозных. Так, в 312 году нашей эры император Рима Константин, веривший в многочисленный пантеон языческих богов, заявил, что перед битвой у Мульвийского моста он видел на небе знамение креста. И после победы в этой битве он обратился в христианство. А христианство сделал полуофициальной религией Рима. Тогда, для объединения разваливающейся империи, Константину нужна была новая религия. В те далекие времена христианство было разрознено и напоминало сборище различных сект, со своими верованиями и со своими священными текстами. И Константин решил это изменить. А уж что хорошо умели делать римляне, так это организовывать. И вот, в 325 году нашей эры император Константин созвал Никейский собор для того, чтобы провозгласить основные принципы новой государственной религии – христианства. Он собрал самых влиятельных религиозных деятелей со всего тогдашнего мира, дабы узаконить христианскую религию. И тут просматривается дело государственной важности. Этим Константин хотел объединить страну. Константин хотел, чтобы новая христианская религия стала идеологической основой его империи. Целью собора же стало объединение веры, как религиозно, так и политически. После примерно недельных дебатов епископы и священники изложили единые принципы христианства и передали религию под полный контроль императора. При Константине произошли кардинальные перемены. Христиане получили точное определение, как правильно нужно понимать Бога. Теперь Бог стал защитником государства, которое стремилось использовать религию в своих целях. Тем самым объединив империю, потому что христиане умножились. Это была не та горстка проповедников, которая в страхе быть заживо скорбленным львам на арене Колизея существовала 300 лет назад. Это уже была реальная инакомыслящая сила, с которой нельзя было не считаться. Хотя бы потому, что инакомыслие тогда не способствовало укреплению государства, а наоборот, оно его раскачивало изнутри. Константину же ничего не оставалось, как объединить христианские Евангелия и выбрать те, которые, по его мнению, должны были стать основой государственной религии. Хотя Никейский собор не закрепил официальные тексты христианской Библии, Константин ясно дал понять, какие Евангелия он считает допустимыми. Он поручил издать 5 экземпляров христианской Библии, которая содержала Евангелия от Матфея, Марка, Луки и Иоанна. Но куда делись остальные Евангелия? Что с ними случилось? И вот, в 382 году новый собор просто запретил христианам читать другие Евангелия. Тогда христианский император Феодосий назвал все остальные Евангелия ересью и запретил их. Часть Евангелий была сожжена, а их владельцы были арестованы. Некоторых просто убили.
Все эти Евангелия содержали другие тексты, которые настоящие верующие христиане любили и длительное время читали. Так продолжалось до тех пор, пока не пришли епископы и не сказали что-то типа: «Вы не должны читать это, читайте вот это». Но что было написано в утраченных Евангелиях? Что там было такого страшного, что их прокляли и запретили? Этого никто не знал почти 2000 лет, пока в 1886 году из песков египетской пустыни не было извлечено Евангелие от Петра. А в течение 20 века были найдены и другие Евангелия – от Фомы, Марии Магдалины и Иуды Искариота. Эти утраченные Евангелия совсем иначе представляли Иисуса, по-иному подходили к духовности, и эта утерянная часть грозила самим основам веры. Почти 2000 лет христиане верили, что лишь 4 Евангелия рассказывают истинную историю Иисуса из Назарета. Обнаруженные в 1886 году Евангелие от Петра, считавшееся утраченным, открыло существование тайной истории запрещенных писаний. А в 1945 году прошлого 20 века последовала еще одна потрясающая находка целой коллекции утраченных Евангелий. С этого момента история христианства изменилась навсегда. В Египте, близ города Нахамади, два крестьянина обнаружили запечатанный глиняный сосуд с очень ценным грузом, который хранился там почти 1800 лет. В этом сосуде находились 52 отдельных текста с названиями «Законы Петра», «Апокалипсис Иакова» и «Евангелие от Фомы». Это и были те упомянутые древними летописцами утраченные Евангелия, спрятанные во время укрепления власти Константина в 325 году нашей эры. Эти писания были просто легендой, но всего лишь до этой поры. И, возможно, самой удивительной находкой среди них было Евангелие от Фомы. Евангелие от Фомы – поразительный документ. Оно было переведено из греческого на коптский язык и содержало изречение Иисуса. И многое из того, что было написано в Евангелии от Фомы, можно встретить в Новом Завете. Но разница заключается в том, что Евангелие от Фомы является гностическим Евангелием. Гностики были одной из сект раннего христианства. Основной упор они делали на мистицизм, а это расходилось с большинством предписаний иерархов ранней христианской церкви. Гностицизм был тайным учением. Если ты поймешь это тайное учение, то значит ты истинный последователь Иисуса. Гностицизм переводится с греческого как «знание», а гностик – это тот, кто знает. По сути же, гностики были мистиками. Кроме того, они считали, что если внутри каждого человека есть частица Божьего мира, то тогда зачем нам священники и епископы? Гностики выбрали свой собственный путь. В Евангелии от Фомы Иисус передает странное послание, тайное учение, которое отличается от традиционных Евангелий. Традиционные Евангелия говорят о том, что Иисус – единственный Сын Божий. Но вот в Евангелии от Фомы сказано, что все мы сыновья Божьи. Там сказано: «Когда вы познаете себя, тогда вы будете познаны, и узнаете, что вы дети Отца Живого». Другими словами, если Иисус – Сын Божий, то это значит, что мы все сыновья и дочери Бога, ведь у Него есть все то, что есть и у нас. Мы можем точно так же, как Он, общаться с Богом и имеем право на прямое общение с Ним. В Евангелии от Фомы Фома призывает именно к прямому общению с Богом, без посредничества церкви, священников и епископов. Большинство священников ненавидели гностиков, у которых был свой путь, свое видение и своя линия связи с Богом. Это противоречило постулатам церковной власти. И не только в вере. Здесь переплелись государственные, политические и коммерческие интересы. Ведь любая вера и религия – это еще и немалые деньги. И, возможно, именно поэтому Никейский собор назвал Евангелие от Фомы ересью.
Независимость гностических верований подрывала церковную иерархию. Гностики же полагали, что их Евангелие так же значимо, как Евангелие от Матфея, Марка, Луки и Иоанна. И в случае с Евангелием от Фомы они, скорее всего, были правы. Когда в 1945 году были найдены гностические писания, то возникла тревожная для всех проблема. Что если Евангелие от Фомы окажется старше канонических Евангелий? А ученые ведут спор по сей день относительно датировки Евангелия от Фомы. Они говорят о том, что его можно датировать началом нашей эры. Фактически имеющиеся отрывки Евангелия от Фомы относятся к первым дням христианства. Большинство ученых полагают, что канонические Евангелия были написаны следующим поколением после смерти Иисуса, примерно через 60 лет описываемых в них событий. Но простота содержания Евангелия от Фомы говорит о том, что оно может быть старше других. Разница между Евангелием от Фомы и Новым Заветом в том, что в первом содержится только изречение Христа. Там нет истории об Иисусе и нет чудес, которые Он совершал. По сути, это Евангелие всего лишь сборник изречений Иисуса, и это позволяет предположить, что оно было самым древним. А повествования и различные истории появились лишь в более поздних Евангелиях. А если же Евангелие от Фомы старше всех, значит оно содержит более точные высказывания Иисуса. Но означает ли это, что христианская Библия в буквальном смысле не полная? Ответ на этот вопрос может дать только точная датировка отрывков Евангелия. И вот был проведен радиоуглеродный анализ Евангелия от Фомы, найденного в Нагхамаде. В результате оказалось, что его страницы относятся примерно к 300 году нашей эры. Но и самые старые рукописи Евангелия от Матфея, Марка, Луки и Иоанна относятся к тому же времени. Ученые предполагают, что это копии более древних текстов. Древние авторы считали, что Евангелия появились в 150 году нашей эры. Возраст Евангелия от Фомы непонятен и противоречив. Является ли оно старше? Или же его можно считать ровесником канонических Евангелий? Но пока не будет найдена более древняя копия, этот вопрос останется без ответа. Но в любом случае, Евангелие от Фомы отображает борьбу между двумя лагерями в христианстве. С одной стороны, традиционная церковь с каноническими Евангелиями, и с другой, утверждение гностиков о том, что их поддержала сама Мария Магдалина. Многие века христиане верили в то, что только четыре Евангелия отражают жизнь и проповеди Иисуса из Назарета. Когда было найдено первое из считавшихся утраченных Евангелий, их вере был нанесен удар. Но самое поразительное из пропавших писаний было найдено в Египте в 1896 году. И у этого Евангелия был удивительный автор. Это Евангелие было написано женщиной. И не просто женщиной, а скорее всего самой Марией Магдалиной. Причем это была не та раскаявшаяся блудница, Мария из Магдалы, которая ее привыкла изображать церковь. Эта Мария была любимой ученицей, членом близкого круга Иисуса Христа. До нас дошли лишь несколько уцелевших фрагментов, но даже и они передают истинное значение Марии. И если Евангелие от Марии подлинное, то это значит, что женщина некогда занимала ведущее место в христианской церкви. Мария Магдалина была не раскаявшейся блудницей, а одной из предводителей апостолов. Это значит то, что в религии, где много веков главенствующая роль принадлежала мужчине, самое важное Евангелие было написано женщиной. В Евангелии от Марии детально изложены тайные инструкции Иисуса о жизни, смерти и рае, которые Он изложил лично Марии. В этом Евангелии Иисус излагает Марии некоторые сведения о загробной жизни в четких гностических терминах. В канонических же Евангелиях загробная жизнь описывается как блаженный рай.
Но в Евангелии от Марии душа после смерти совершает странное путешествие. По пути души, стремящейся в рай, она встречается с ангельскими и демоническими существами. И в этом Евангелии говорится о том, что Иисус поведал об этом тайном путешествии души только Марии. В Евангелии сказано, что предводитель апостолов Петр резко отреагировал на подобное откровение. Петр сказал: «Почему он говорил с женщиной втайне от нас? Почему мы должны обратиться и слушать ее? Почему он предпочел ее более нас?» Но судя по Евангелию, апостолы отвергли нападки Петра и поддержали Марию, сказав: «Но если Спаситель счел ее достойной, то кто же ты, чтобы отвергнуть ее?» Примечательна духовная связь Марии и Иисуса. Предполагалось, что Мария была лидером, проницательным человеком, который мог подвигнуть всех остальных на деяния. У нее был этот дар от природы, она понимала образ мысли Иисуса и была способна передать их другим. Это Евангелие совершенно иначе освещает послание Иисуса и показывает, что он мог объяснить свою точку зрения только Марии Магдалине. Остальные же ученики просто не понимали его. Но является ли текст этого Евангелия повествованием очевидца Марии Магдалины? И если это так, то он бы мог изменить историю христианства и преобразовать роль женщины в истории христианской церкви. А ключ к этой разгадке находится в возрасте текста. Старше ли он канонических Евангелий? И можно ли установить, написан ли он рукой самой Марии? Евангелие от Марии было найдено в 1896 году в Акмине, Египет. Радиоуглеродный анализ показал, что ее текст был написан от руки в V веке. Но за последнее время фрагменты Евангелия от Марии появлялись в разных частях Египта, и были они намного старше первого. Современные технологии позволяют установить точную дату даже ничтожно малого фрагмента древнего текста. А сами тексты помогают установить более точную дату самого старого Евангелия от Марии, и написано оно было примерно в 200 году нашей эры. Язык и словарный запас написанного Евангелия также позволяют предположить, что Евангелие от Марии было написано во 2 веке нашей эры, а не во время жизни Иисуса. Похоже, что вряд ли Мария Магдалина спустя 200 лет писала Евангелие от ее самой. Большинство ученых предполагают, что ее написали гностики во 2 веке, тем самым желая укрепить авторитет женщины-апостола. Сегодня мы не можем сказать, кто их автор. Спустя 2000 лет мы не можем сказать, кто их писал, мужчина или женщина. Но несмотря на это, многие полагают, что это мысли и слова женщины. И если это так, то мы слышим тот голос, который был заглушен в других Евангелиях. Еще важнее то, что она отражает борьбу в ранней церкви за роль женщины. Мне же думается, что идея лидерства женщины является самым захватывающим моментом раннего христианства. А свидетельством и доказательством этого может служить Евангелие от Марии. Но сам факт того, что лидером была женщина по имени Мария, был революционной концепцией раннего христианства. Фактически, Евангелие от Марии указывает на то, что гностики были сторонниками полноправного участия женщин в жизни общества. Но сторонники же ортодоксальной церкви были возмущены этим фактом. Они говорили примерно так: «Вы хотите сказать, что женщины могут причащать? И где же вы возьмете таких женщин? Среди гностиков? Позор на ваши головы!»
Но гностики, в свою очередь, не считали это позорным, и текст Евангелия от Марии отражает их точку зрения на место и роль женщины. Если же Евангелие от Марии отражает взгляд гностиков на роль женщины, то другое Евангелие указывает на то, что Петр – глава апостолов. В нем говорится о том, что только он знает тайну истинного воскрешения Христа. В 1886 году французские археологи в Египте нашли древнюю христианскую могилу с неожиданным сокровищем. В этой могиле в 8 веке нашей эры был похоронен монах с книгой в руке под названием «Евангелие от Петра». И это было первое найденное утраченное Евангелие. Но мог ли написать это Евангелие о жизни Иисуса глава апостолов Симон, именуемый Петром, собственноручно? И если это так, то это меняет всю историю христианства, потому что Евангелие от Петра рассказывает нам совсем иную версию жизни Иисуса. Ученые говорят, то, что у нас имеется, бесценно и восхитительно. Это ранняя история, но самое важное то, что это альтернативная история. В Евангелии от Петра римляне, ко всеобщему удивлению, сочувствовали Иисусу. В этом Евангелии говорится о том, что он не страдал от ран на кресте. Но самым шокирующим было утверждение Петра, что он был свидетелем воскрешения Иисуса. По сути, это единственное Евангелие, в котором говорится о том, что случилось во время воскрешения. Ведь все остальные рассказывают о том, что произошло после воскрешения. Например, о пустой гробнице. Но нигде нет ни слова о самом воскрешении. Описание в Евангелии от Петра начинается с утра третьего дня после смерти Иисуса, когда римские солдаты охраняли гробницу умершего Мессии. Петр говорит: «Увидели они, как небеса отворились, и двух мужей, сошедших оттуда, излучающих сияние, и приблизившихся к гробнице». Римские солдаты рассказывали, что видели выходящих из гробницы трех человек, и двое из них поддерживали одного. Вероятнее всего, это был Христос. И тут они услышали глас с небес глаголящий: «Возвестил ли ты усопшим?» Это воскрешение закончилось тем, что Иисус с двумя сияющими мужами поднялся на небеса, оставив свидетелей наблюдать за происходящим в остолбенении. В конце Евангелия утверждается, что апостол Петр был среди этих свидетелей лично. Неужели это писание создано рукой ведущего апостола, первого папы? Было ли оно написано раньше или одновременно с другими Евангелиями? А может, оно было написано значительно позже? Или может, это подделка, которую выдали за свидетельство от Петра? Археологические свидетельства пока не ясны. Евангелие было найдено в 1886 году и датировано примерно 700 годом нашей эры. Другими словами, с момента смерти Иисуса и самого Петра прошло 700 лет. В другом месте были найдены фрагменты, датированные 500 годом, что тоже слишком много. А посему, в первом, равно как и во втором случае, Евангелия не могут быть написаны самим апостолом. Но древние летописцы упоминали это Евангелие. И один епископ из Византии упомянул его в своей книге в 190 году нашей эры. Другими словами, мы можем отследить это Евангелие от первого века нашей эры, но не раньше. История в Евангелии от Петра столь похожа на все остальные Евангелия, что возникает подозрение, что они были просто скопированы. Но кто бы ни написал это Евангелие во втором веке, он утверждал, что это работа самого Петра, дабы придать ей достоверность. А в древнем мире такое встречается повсеместно. Если люди хотели передать какую-то идею или истину, важную, по их мнению, для раннего христианства, то в этом случае они говорили не от себя лично, а вкладывали эти слова в уста какого-либо авторитетного человека.
И в этом смысле Евангелие от Петра было не настоящим свидетельством, а подделкой. Но тут возникает важный и неприятный момент. Если Евангелие от Петра подделка, то получается, что канонические Евангелия тоже являются подделкой. Ученые-исследователи Библии говорят, что не знают, кто их написал. Но они написаны от имени Матфея, Марка, Луки и Иоанна. Потому что они были великими людьми прошлого. Большинство ученых согласны с тем фактом, что даже канонические Евангелия не были написаны рукой самих апостолов, а это сделали их последователи гораздо позже. Но тогда возникает вопрос, если канонические Евангелия не были написаны апостолами, то почему нельзя признать Евангелие от Петра и Марии такими же неподдельными? К сожалению, ответ на этот вопрос до сих пор историкам не ясен. Но некоторые детали Евангелия от Петра позволяют предположить, что никто не видел воскрешения Иисуса, и тем более апостол Петр. Так как в сцене воскрешения есть один подозрительный момент, где говорится о том, что Иисус и два мужа устремились к небесам, а позади них в гробнице появился крест. В Евангелии сказано, что они услышали глас с небес. «Возвестил ли ты усопшим?» И был ответ с креста «Да». Евангелие от Петра кажется слишком вымышленным. Сначала два мужа сошли с небес, но это еще ладно. А затем крест заговорил, а вот это уже слишком. Мне же кажется, это слишком натянутым, даже для первых простых и непьющих верующих. Возможно, по этой причине Евангелие от Петра было отвергнуто Константином на Никейском соборе. Но оно считалось у набожных христиан священной книгой, а посему они похоронили его вместе с монахом в 8 веке. Отрадно то, что монах держал в руке эту книгу не только при жизни, но и после нее. Евангелие от Петра было найдено одним из первых в 1886 году, но одно из недавно найденных Евангелий было найдено в 2006 году. Это самое противоречивое священное писание из всех, поскольку его автором значится тот, кто, как считается, предал Иисуса. Это Евангелие от Иуды. Открытые в 20 веке Евангелия изменили наше представление о христианской истории. Но последнее, недавно обнаруженное Евангелие, ставит под сомнение фундаментальные основы христианского верования. В 2000 году один антиквар из Египта восстановил древний папирус. Как предполагалось изначально, его нашли неподалеку от Накхамади, там, где были найдены другие гностические писания. И оказалось, что это Евангелие от Иуды, Иуда Искариота. И вот когда ученые прочли этот документ, оказалось, что Иуда вовсе не был предателем, как это описывается в библейских Евангелиях, а был праведником, который вознесся на небеса, потому что выполнял волю Господа. В традиционной христианской истории с распятием на кресте Иуда выдал Иисуса первосвященникам и стал презираемым всеми злодеем. Но в этом Евангелии история предательства превращается в историю личной жертвы. Здесь сам Иисус признает Иуду мудрейшим из апостолов. Это Евангелие повествует об Иисусе и Иуде. И оказывается, что Иуда был особым учеником. Он прозрел и, очевидно, был одним из тех учеников, кто мог проницательно разгадать слова Иисуса. Иисус сказал Иуде, что первосвященникам достанется только его физическая оболочка, а он сам избежит распятия и отправится в Царствие Небесное. Это является признаком гностических корней в Евангелии от Иуды. Апостолы не считали Иисуса земным человеком, он просто явился к ним в человеческом облике. На самом же деле он был дух. Идея гностицизма заключается в том, чтобы избавиться от телесной оболочки, как от одежды. И тогда человек сможет вернуться к своей чистой духовной форме. Примечательно то, что Евангелие от Иуды противоречит всем остальным христианским Евангелиям. А посему это Евангелие вызвало непрекращающиеся споры с момента публикации в 2016 году. И если это подлинное собственноручное писание от Иуды, то в этом случае нужно полностью пересмотреть всю христианскую историю. Но большинство ученых считают это Евангелие подделкой.
Сама же идея Евангелия от Иуды Искариота столь провокационна, что люди задаются вопросом. Наверняка это подделка. Теоретически, человек, желая жестоко подшутить или из желания обмануть весь мир, смог взять старый папирус и написать на нем текст на потеху всему свету. А посему Евангелие от Иуды подвергли тщательному и длительному исследованию. Несмотря на необычный источник, эксперты убеждены в том, что это не подделка, но и не самая старая из Евангелий. Ученые полагают, что это священное писание датируется примерно 300-м годом нашей эры. Другими словами, его написали через 300 лет после смерти Иуды. И тут становится понятным, что это далеко не воспоминание очевидца. Оно было написано в начале 3 века, а это значит позже традиционных Евангелий. Однако появление Евангелия от Иуды является свидетельством накала борьбы между гностиками и традиционной церковью в 300 году нашей эры. Кто-то написал это Евангелие и приписал его Иуде, чтобы заставить всех думать иначе о главных персонажах Писания, а может и затем, чтобы изменить правила игры, перевернуть все с ног на голову, а может и наоборот. Ведь мы все равно достоверно ничего не знаем. В этом Евангелии была принижена роль других апостолов и был возвышен Иуда. Переделан был весь мир. Евангелие от Иуды критикует церковь, которая ушла далеко от апостольских корней. Анонимный гностик, используя имя и образ Иуды, хотел сразить на повал ортодоксальное христианское верование. И тогда власти христианской церкви, не вытерпев неповиновения гностиков, нанесли ответный удар. До Никейского собора христианство не было организовано в течение первых 300 лет. Христианская религия была набором разных верований с разными подходами и евангелиями. Но к 300 году гностическое движение стало угрозой для иерархии священников и всевозможных епископов. Гностики проповедовали в своих евангелиях личностное общение с Богом без помощи священников и организованного института церкви. Они искренне полагали, что им не нужна помощь священников для общения с божественными силами. И они не собирались подчиняться никакой власти. Но увлечение гностиков мистикой и личным общением с Богом привели их к уничтожению. Вместо того, чтобы строить новое общество и вербовать сторонников, гностики собирались узким кругом и не имели никакого политического влияния. А тем временем церковная иерархия получила поддержку римских политиков. На Никейском соборе в 325 году нашей эры император Константин укрепил фундамент ортодоксальных епископов. Таким образом, остается 4 Евангелия от Матфея, Марка, Луки и Иоанна. А гностические Евангелия подлежат забвению, по крайней мере, официально. Но необходимо помнить, что люди читали и ценили еще долгое время все священные писания, не вошедшие в Новый Завет. Но как эта историческая эволюция Нового Завета сказалась на законности утраченных Евангелий? Изучение утраченных Евангелий – захватывающее занятие. Оно помогает ученым понять, под каким культурным прессом развивалось христианство и как оно с этим справлялось. Интересно, если бы на Никейском соборе победило гностическое учение? Я могу себе это вообразить, и мне кажется, что последователи Иисуса выбрали путь мистического внутреннего развития. Это была бы совершенно иная церковь, с иными качествами и иными идеями, гораздо большего мистического смысла. Но гностики не победили на Никейском соборе. И где-то в египетской пустыне группа гностиков решала судьбу своих любимых Евангелий, которые, по всей вероятности, были их любимым чтением. И вот однажды архиепископ Александрии Афанасий объявил всем священникам: «Пришла пора выбросить все гностические книги и читать только канонические писания». И наверняка гностические священники забрали эти Евангелия из библиотеки в Нагхаммаде, но не уничтожили их, а спрятали их в глиняные кувшины, чтобы они могли там лежать вечно, или пока их не найдут и снова не прочитают. 2000 лет Священная Библия с четырьмя Евангелиями Нового Завета проповедовалась как истинная история Иисуса.
Некоторые считают, что утраченное Евангелие указывает дорогу, которую христианство не выбрало. Иные же считают, что были на то свои причины, почему христианство не выбрало иной путь. Есть такое выражение: история пишется победителями, а потом проигравшие пусть болтают, что хотят. Но у нас, живущих в 21 веке, есть сейчас возможность выслушать мнение и проигравших. Утраченные Евангелия, пролежав столетия под песками, остаются спорным документом и по сей день. Возможно, это свидетельство того, что сила веры способна пронести веру, надежду и загадку через века и по всей земле. Берегите себя и своих близких. И не забудьте подписаться на наш канал. У нас будет еще интереснее.